И всем привет! Вы на канале Полиняша, и мы продолжаем обозревать новую сборку в Майнкрафте. Так, на горизонте у нас появились, кстати, вот такие вот черные точки. Только подождите, как-то они враждебно настроены. Это дикие волки. А, жалко. О, кстати, у нас есть две шкуры волка. Я надеюсь, мы сможем себе скрафтить что-нибудь интересное. Только вот жалко, что они не дружелюбные. Гриб. Давайте гриб заберем. Так. Вот что хорошо, что если вы побеждаете врага, с него выпадают сердечки, которые вам добавляются. Мне кажется, это огромный плюс, учитывая то, что довольно-таки много здесь различных монстров. Кстати, нам выпала голова волка. Да, примерить мы ее, кстати, не можем. Так, но у нас зато есть такая вот новая деревня здесь. В принципе, тут жители такие интересные. У них вот такой вот новый модный прикид. Здрасте. Это фермер. Ну, в принципе, торговаться с ним можно точно так же, как и с обычным жителем. Но где-то они все по-разному. Ну, кстати, прикольно. Мне нравится здесь находиться. Неплохая такая деревня. Так, ну здесь вряд ли будет сундук. Давайте заглянем, может быть, в кузницу. Так, тут есть таблички. Что тут у нас пишется на них? Добро пожаловать, Гейфьян. Я так понимаю, это название их деревни. Ага. Это Таун Гейфьян. Вот так вот город такой вот называется. Ай, кто там? Ого, у нас тут появились еще и белые волки. Так. У нас, кстати, есть еще и белая шерсть теперь. Так, сердечки мы подобрать не можем, так как у нас полная хпшка. Так, а что же это за здание такое вот интересно? Давайте попробуем сюда пробраться. Так. Тут у нас есть спаунер с пауками и со скелетами. Вот теперь сердечки мы по-любому возьмем. Так, вот, кстати, вот плохо, что у нас довольно-таки... Да, не дальнее, а близкое оружие. Так, ну давайте попробуем так вот раз. О, есть, все, победили. Интересно, деревянной киркой сломается? Да, размечта. О, нет, он сломался. Только надо текать. Ай, нет, мы умерли. Так, ну в принципе, я думаю, в этой построчке будет что-то интересное. Поэтому давайте попробуем сейчас туда пробраться, заберем свои вещи. И попробуем со всеми сразиться, но впредь будем осторожными. Так, где там та была постройка? Ага, вот она, мы ее уже нашли. Интересно, если вот зомбак сейчас выйдет, он сгорит на солнце или нет? Так, давайте быстро-быстро-быстро все собираем. Ну что, давай, выходи. Ого, какие тут мощные скелетоны. Кстати, вы обратили внимание, что это скелетон с мечом и щитом? Так, ну зомба, кстати, у нас все-таки горит на солнце, а вот скелет нет. И мы, кстати, не наносим ему вообще никакого урона. Так, у нас есть... три камня. Давайте себе скрафтим хотя бы каменный топор. Так, и деревянную кирку пока что мы себе оставим. Так, вот, кстати, хорошо, что они не нападают на жителей. Да, вот. Надеюсь, мне твой щит и броня выпадет. Ура, нам выпали сапожки. К сожалению, у нас пока нету уровня, чтобы их носить.
Ну, я думаю, они нам точно пригодятся. Так, мы нашли гнилую плоть. Я так понимаю, сгорел зомбак заживо. Так, давайте сейчас попробуем вооружиться киркой. И сразу попробуем сломать спаунер. О, да, нам это удалось. Так, ну что? Самый главный момент, ради которого мы тут находимся. Так, подождите, тут есть еще наверх лестница. А мы так, кстати, не достаем. Ага, кто-то все взорвал. А, ну, хотя бы так, мы просто разбились насмерть. Так, в общем, теперь мы знаем, что в этой построечке она многоэтажная. И на каждом уровне нас ожидают спаунеры с различными монстрами. И спаунятся они рандомно. Они могут заспавниться просто без одежды, с щитами, с мечами, с броней, со всем, чем хочешь. И на каждом этаже есть сундук. Ну, а если вам нравится этот мод, ссылочку на него я оставлю в описании. Ну, а пока что всем пока, до новых встреч. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!